же, уважаемые дамы, вот такое прекрасное у меня настроение, в душе рай, весна, а я на морозе, смотрите, это все снег, падает на всех. Вот так шикарно смотрится это зеленое платье на белом фоне. Оля? Кстати, уважаемые подписчицы, действительно, все равно, где ты живешь, на свободе ты или в тюрьме, если у тебя в душе рай, этот рай будет с тобой везде, всегда, в любое время дня, ночи, вечности, вселенной. И это самое главное открытие и магия для человека. Рай – это состояние души. Знаете, я сегодня вспомнила фильм «17 мгновений весны». Я вспомнила, как герой Штирлиц, он же оперативный позывной полковник Исаев, говорил про весну. И я обязательно вам покажу это шикарное, это шикарный шедевр Лиозновой, этот шикарный монолог Владимира Владимировича Владимирова, по паспорту его звали так, про весну. Он начинался так: я всегда люблю весну, потому что весна — это победа. И я уверена, что очень созвучно нашему времени эти слова Штирлица: весна — это победа. Я жду весной победы с ЗСУ. Так больно осознавать, сколько ушло друзей и знакомых на этой войне. В нашей стране не было выбора. Мы обороняемся. Даст Бог, мы наступим. И наступим хорошо. И весной ждем победу. А в следующем видео — бессмертное творение Лиозновой «17 мгновений весны». Пока-пока! Смотрите платье! Люблю вас!